Благословенно царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Я пожелаю тебе всякой славы, чести и поклонения.
Yeah.
Христиане, паки потешие в дно, Боже, вас оправды и не подождите, яко не приложьте владельцу огнями. Священнейший Владыка, что ты из входа.
Призри с небесе Боже и вишь, и посети виноград сей, и утверди и Его же насади, десница Твоя. Святый Боже. Я Господь наш, а нем же колени мои
нечестным, нечесложного поля и лишающей яме есть, якобы подобие Мелхиседекову восстанет священник им, и же не по закону заповеди плотские бысть, но по силе живота неразумеваемый Бог свидетельствует Бог, яко ты си священник во век почину Мелхиседекову. Преобразьте! И Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Тебе, глагол благовествующему, силою многою, во исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа. Человек сей праведен и благочестив, чая утехи Израилева, и Дух бе свят на нем. И бе ему обещано Духом Святым, не видит и смерти, прежде даже не видит Христа Господня. И приведи Духом в церковь, и да видоса родителя от отроча Иисуса, сотворите има по обычаю законному о нем, и той приеми его на руку своею, и благослови Бога, и рече, ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, яко видеся очи мои спасение твое, ежеси уготовил пред лицем всех людей светлое откровение языком и славу людей твоих, Израиля. И бей Иосиф и мать его, чудящийся о глаголом ханем, и был благослови я и Симеон, и рече к матери Марии его, все лиши, все нападения и на восстание многим во Израиле, и в знамении пререкаемо, и тебе же самой душу пройдет оружие, якогда открыется многих сердец помышления. И бей Анна пророчица, чи Фануилева, от колена Ассирова, сия замотаревшего днев многих, живши с мужем 7 лет от детства своего, и та вдова, яко лет 80 и
4, я же не откажу даша церкви постом и молитвами, служащую день и ночь. И так в той час, приставший исповедаться Господине и глаголышанием всем чающим избавления в Иерусалиме, и яко скончавшися вся по закону Господню, возвратившися в Галилею, во град свой Назарет, отрочаше, растяше и трепляшеся духом, исполняяся премудрости и благодать Божия.
Спасение душ наших, Господу помолимся.
Божьего и всея Руси, новоспасские святые обители сия священного архимандрита, да поменет Господь Бог во Царствие Свое, всегда ныне и присно и во веки веков. Братья и прихожан святые обители сия, вас и всех православных христиан, дабы менять Господь Бог во Царстве Свое, всегда ныне и присно, и во веки веков. Мы любим друг друга, мы делаем мысли, мы с победой.
службы Бога и Отца и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Победную песнь поющие, вопиющие, взывающие и глаголющие. Семейный блаженными силами Владыка человека, любящего пьема, глаголя, святость и пресвятость.
Богородице нашей, Богородице, и Преснодеве Марии. Пресвятая Богородица, помогай нам. Освяти меня, не пророцы, притечи, Христителя, Святого. Приеми нас, святые, пренебесные, и мы скорее спасем.
сами себе друг друга и весь живот наш кресту Богу предадим. Тебе, Господи, исполни нас владыко созерцание и осужденности причинать Тебе, Тебе, Господу Бога Отца, и благодати.
жертвоприношения. Но что произошло в этот момент в Иерусалимском храме? Когда Святая Дева Мария вошла в храм с младенцем Иисусом и встретил там святой старец Симеон, которого теперь мы ныне называем Богоприимцем. Это был очень праведный человек, которому суждено было прожить очень долгую жизнь и дождаться того самого момента, когда в мир придет Спаситель, и этого Спасителя ему надлежало узреть. Согласно священной истории, святой старец Симеон был одним из тех переводчиков священного писания на греческий язык, который осуществлялся при египетском царе Птолемее Филадельфе. Этот египетский царь решил собрать великую библиотеку, в которой должны были находиться все известные важные книги того времени. Это было задолго до Рождества Иисуса Христа, еще, так сказать, в период Ветхого Завета. Собирая эту библиотеку, он принял решение о том, что и священное писание иудеев тоже должно находиться в этой библиотеке. Но поскольку в те времена языком международным, если можно так выразиться, был язык греческий, то нужно было все эти книги перевести на греческий язык, ибо он был доступным тогда для всех образованных людей. Как теперь язык английский, например. И было собрано несколько переводчиков, людей, знавших греческий язык, среди них был и старец Симеон, и каждому из них был определен свой участок перевода священного писания с древнееврейского на греческий язык. И Симеон, тогда еще молодому человеку, выпала часть священного писания, в котором говорилось о том, как произойдет рождение Иисуса Христа или пророка. «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануэль». И тогда Симеон смутился. Как же так? Дева в чреве приимет? Как дева, то есть та, которая не знала ничего, родит сына и останется девой после рождения? И он подумал, что наверняка это какая-то ошибка, и решил это слово заменить на слово «женщина», и таким образом поставить не греческое слово «парфенос», что означает «девица», а поставить слово «гинека», что означает «женщина», «жена», «знавшая мужа». И когда он хотел это сделать, его остановил ангел и сказал написать так, как написано на еврейском языке в книгах Ветхого Завета, оставить то слово, которое надлежит быть, то есть слово «дева», «парфенос». И одновременно ему было дано обетование дожить до того самого момента, когда Спаситель, тот самый, о котором говорится в книге пророка, придет в этот мир и не просто дожить, но и увидеть самому Спасителя. И вот в момент принесения Иисуса Христа в Иерусалимский храм, этот уже к тому моменту преклонный старец, имевший 100 лет жизни, встретил Иисуса Христа, взял его на руки и произнес великие слова, которые мы ныне знаем, как молитву ныне отпущающей. «Раба твоего, Владыка, по глаголу твоему с миром». Произнеся эти слова, затем он сказал, что этот младенец лежит на восстание и нападение многих. И затем, обращаясь к Пречистой Деве Марии, сказал: «А тебе самой оружие кроет душу». То есть старец Симеон духовным взором при помощи благодати Божией увидел, что будет дальше, и произнес пророчество о том, что действительно
Господь пришел в этот мир для того, чтобы одни восстали, одни были спасены, а другие, наоборот, потерпят падение, потому что не поверят, не примут Иисуса Христа, не признают в нем Мессию, Сына Божьего, а соответственно, поражены, и соответственно, не будут спасены сами себя. Нашей произойти не может. Только при Божьей помощи
как сказано в Священном Писании, мы живем и движемся и существуем. И поэтому мы должны всегда стремиться к Господу Богу с открытым сердцем и с открытой душой. Именно Господь должен быть для нас в центре нашей с вами жизни. Вот давайте возьмем пример старца Симеона, богоприимца. Будучи молодым, образованным человеком, он оказался в такой ситуации, когда думал, как правильно осуществить перевод, и Господь указал ему на то, как это нужно сделать, и дал ему обетование. Но прежде чем это обетование исполнилось, прошли десятки лет, и человек дожил до глубокой старости, до 100 лет. Ведь это же обещание Господа увидеть Спасителя и принять его на свои руки произошло не на завтрашний день, и не через месяц, и не через год, и не через два, а когда человек исполнилось 100 лет. А ведь за эти годы он мог впасть и в маловерие, и в безверие, и в ропот, и вообще сказать, ну где же исполнение этого обетования? Я жду год, два, три, 10, 20, 50 лет, а Мессии все нет и нет. А божественное обещание не исполняется, а может быть тогда и Бога никакого нет, а может быть все это некая иллюзия была мне. И на самом деле нужно жить так, как будто ты сегодня живешь последний день, радоваться, веселиться, пить, есть и не думать ни о чем. Нет. Старец Симеон со смирением и терпением ждал обетования, исполнения этого обетования. Ждал встречи с Богом, потому что имел искреннюю и глубокую веру. Такую сильную веру, что ничто, ни время очень долгое, никакие жизненные обстоятельства не могли поколебать его надежды и упование на Господа Бога. Вот точно так же и мы в своей жизни должны с вами поступать. Господь открывает нам себя, и прежде всего, когда мы молимся, когда мы каемся в грехах, когда мы причащаемся святых Христовых тайн, Господь каждого из нас помогает. И никакие скорбы, никакие обстоятельства, никакие глупости в жизни ни в коем мере не должны нас от Господа Бога отвращать. Не должны становиться для нас препятствием на пути к Богу. Мы твердо должны знать, что все то, что Господь нам в жизни не посылает, Он дает для нашего спасения. Причем мы должны принимать за смирением и терпением, и с твердым упованием на Бога, чтобы определенный Бог важный момент в нашей жизни произойдет что-то очень существенное. Произойдет что-то важное. Господь преобразит нас. Господь изменит нашу жизнь. Господь сделает нас достойными встречи с Ним и входит в Его небесное божественное царство. И Он дает этого вопрос. Должен стать в жизни. Потому что крепкие веры не идти по жизни. Хорошо, святой, ставится, и вот Бога принимает. Поэтому нынешний парк, для каждого христианина есть, мы должны обратить свои молитвы просто к Богу, и снимать, для того, чтобы они помогли нам иметь крепкую веру, для того, чтобы они помогли нам очищать нашу душу, стараться быть лучше и делать себя достойными встречи с Господом, которая будет для нас встречей радости, встречей ликования и встречей вечной жизни. Аминь. Пустопите.
воинством Христос, Бог выживает, пришедший мир верный, спасенький, первый, первый, и славящий мир, самый, первый, самый, честная, кровная, болюсь, прости, мое совершение, вольный, невольный, я же слове, я же верен, я же верен, и верен, и сподобен меня, где нам очистить святы свои, дай благословение, и Бог, и вечные твои тайны, вместе не Божьи, причастники, причастники, всем мире. Небо врагов твоих тайну повернило, заняти дам я природа, но я разбойник исповедуйся. Помяни меня, Господи, в отца священника. Да не в суд или возрушение твоих причащений, святых твоих тайн, Господи. Новое исцеление души, тела, перечар, сильность, руки на груди складывают, креста обратно, кровь, называют свои имена, все вообще
спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистая Своей Матери, святых славных и всехвальных апостол, Ижего святых Отца нашего, святителя Иоанна, архиепископа Константиния Града Златоустого, святых и праведных Бога Отец и Иоаким, Иоанн и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит.
всех вас сердечно благодарю за то, что вы сегодня пришли на богослужение в день Сретения Господня. День особый, Сретение, как вы знаете, переводится или, как говорится на современном языке, встреча означает. В данном случае сегодня произошла встреча святого праведного Симеона с Господом нашим Иисусом Христом, как сегодня говорилось в проповеди. Но надо задать нам с вами вопрос, а произошла ли встреча это у нас с вами, у нас с Богом? Есть ли у нас в сердце хотя бы Господь Бог, того Бога, которого держал святой праведный Симеон? И как говорится в песнопении, к 9-й песне канона, когда происходит некий диалог Богомладенца Христа и святого праведного Симеона, то Богомладенец, ответствуя ему, говорит о том, что не ты меня держишь, но я тебя держу. Поскольку святой праведный Симеон, как вы знаете из истории Нового Завета, ждал и Ветхого Завета, ждал явления Иисуса Христа. И пока он не увидел Богомладенца Христа, так он и не получил той долгожданной смерти, о которой желал, ибо устал от жизни, как говорится иногда у нас среди народа. Поэтому мне хотелось бы всем нам пожелать этой встречи с Богом, чтобы она все-таки осуществилась рано или поздно. Но на самом-то деле встречи эти происходят практически ежедневно, не ежечасно. А встречи эти происходят с нашими ближними, которые в определенное время может быть тем Богомладенцем Иисусом Христом, тому, кому, может быть, не подали чашу холодной воды, тому, кому не подали, может быть, какую-то жертву, кому не помогли, кому слово доброе не сказали. И представьте себе, прошли мимо того долгожданного Богомладенца Христа. Поэтому я хотел бы призвать к вас тому, чтобы мы боялись как бы эту встречу пропустить. И поэтому каждый ближний пускай будет для нас с вами тем самым долгожданным Богомладенцем Христом. И, может быть, в конце концов, когда мы с вами сделаем очень много добрых дел, мы с вами, как святой праведный Симеон, в конце своей жизни скажем: «Ныне отпускаешь раба твоего по глаголу твоему с миром». Так что милости Божией, мира в сердце вам и помощи Божией в ваших трудах. Благословение Божие вам на предстоящую неделю, братья и сестры. Причастники, выслушать слова молитвы по святому причащению. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Хотел еще напомнить, что в нашей святой обители пребывает икона Божией Матери Толцкие, которая будет пребывать еще в нашей святой обители до 6 марта. Так что приглашаем всех вас помолиться пред этим чудотворным образом.